Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек из Fix Price. Здесь есть январские новинки, много чего интересного, так что оставайтесь со мной до конца. Обзор. Девчонки, первое, что покажу, это коврик. Решили обновить преддверный коврик, который вот за дверью, там на улице. В трех расцветках Fix Price они были представлены, марки Home Time. Вот так выглядит. По-моему, он стоил 99 рублей. Я чек уже куда-то задевала. 40 на 60 сантиметров. С другой стороны, он прорезиненный. Вот такой. И здесь вот такой вот коричневый. Сейчас грязь. У нас зимы всегда грязные, слякотные. Невозможно. Песка кругом. Вот этого вот реагента полно. И наш преддверный коврик уже выглядит как-то не очень. Катя, вот эту штуку надо будет отрезать. На, отрежь. Это тебе задача номер один на сегодня. Так, дальше, девчонки, брали много вкусняшек, и они, кстати, все, как правило, в Fix Price гораздо дешевле, чем в других масс-маркетах. Вот такой вот Oreo 5 в 1 плюс подарок. Сейчас посмотрим, какой здесь подарок, чтобы понимать, о чем идет речь. Если я не ошибаюсь, 77 рублей тоже. Какой подарок здесь? Не знаю, какой подарок. Здесь 6 вот таких упаковок. Всё. А, здесь 5 упаковок и 6 в подарок. Вот так вот, короче, да. Ладно, бог с ним. Так, это что? Это печенье, вкусное общение, хрустящее изделие с начинкой в шоколаде. Интересно. Давайте покажу. Вдруг вам тоже захочется такое. Ой, это такие малышки, смотрите. А знаете, на что похож? На подушечки. Жвачку лучше. Угу. То же самое абсолютно. И хорошо есть с молоком. Они хрустящие, как подушечки, которые с молоком, да, продаются кушать. И внутри шоколад. То же самое абсолютно. И такое ощущение, что из-за трубей здесь вот эта оболочка. 5 злаков написано, да. Ну, вроде как и полезно. На, пробуй. Так, потом печенье дымка, ну, типа курабье, да, только больше начинки. Ее гораздо больше. В курабье немножечко посередине, а здесь больше. Тоже оно такое хрустящее, твердое. Чай Кертис всегда дешевле всего в фикс прайсе. Абсолютно всегда. Здесь, по-моему, черный. Я не пью чай, это муж себе взял. С малиной и с манго. 20 пакетиков. Так, дальше поехали. Взяла трусики ребенку. Вот такие вот, 55 рублей. Кстати, не очень бюджетно. Носки и белье в фикс прайсе не очень бюджетно. Есть гораздо дешевле и абсолютно такого же качества. На рост 140. Вот такие вот обычные розовые, хлопковые, симпатичные трусики. Так, дальше. Постоянная покупка – это салфетки. Вот эти вот детские КТ Kids. Мне нравится. О, с бисопрололом, только заметила. Может, раньше не с бисопрололом. 130 штук, 77 рублей, по-моему, тоже. 0+. И здесь их много, и они большие, достаточно хорошо пропитанные. Поэтому я всегда, когда бываю в Фикспрессе, беру такие в запас, хватает надолго. Очень удобно, что вот эта вот заглушка есть. Она очень удобная. Так, дальше взяли. Вот еще из еды сгущенку. Муж взял вот такой вот без растительных жиров. Потом набор для творчества. Вот такая вот мозаика. По-моему, 99 рублей тоже она стоила. Ребенок захотел попробовать. Я не знаю, конечно. Я сама никогда не делала такую мозаику, алмазную мозаику, да? Но она захотела. Я говорю, давай, может, лучше вышивание? Нет. Смотрите, здесь внутри пакетики. С бисером, да, с вот этой вот мозаикой. И лоточек. Запасные пакетики, и вот эта вот штука, которой мы эту мозаику будем брать. Я сама никогда не делала, но не знаю, попробуем, посмотрим, что получится. Должен получиться у нас вот такой вот котик красивый. Да, мы здесь будем отлеплять и клеить, наверное, я так подозреваю. Такой вот котичек миленький. И вот они, разные цвета этой мозаики. Много в пакетике. Они даже по номерам. Это хорошо. Да, по номерам. Все по номерам. И вот эта штука, которой мы будем брать мозаику, лоточек здесь. Куда мы будем ее складывать, да? И вот этой вот штукой такой. Похоже на ручку. Ее набирать. Похоже, да, только это не ручка. Угу. Ну вот на набор. На, в пакетик обратно сложи, чтобы ничего не потерялось. Угу. Дальше взяли бомбочки для ванны. Они назывались, девчонки, шипучки для ванны. 3 штуки по 18 рублей. Самая бюджетная цена, которую я видела. Вот так они выглядят. Сейчас покажу поближе. Называется Kids. Шипучка для ванны. Так, вот это первая. Шоколад. Вот как она выглядит. Это, так, вторая. Это был портрет.
Нет, она не нужна. Зачем? Это просто кола. Ничего себе, котен, кола. Ты любишь такие. Там пахнет. Кола. Ну, три разных мы там увидели и взяли три разных. Так, и клубника розовая, вот такая, по 18 рублей, девчонки. Мы сегодня будем принимать ванну. Здесь еще одна крутая покупочка такая для ванны. И я вам обязательно сделаю вставку, как это все выглядит. Пластилин кроха. Мне он лично нравится больше всего. И в фикс-прайсе он тоже бюджетнее всего. 55 рублей, если я не ошибаюсь. Стоят 9 цветов. Яркий, мягкий, для ребенка в школу самый, по мне, идеальный пластилин. Все остальные, они как-то потверже. Здесь все замечательно. И с качеством, с цветами, и с мягкостью. Ребенок выбрал себе за 99 рублей вот такую вот ленту. Сказала, я буду заниматься. Вот мы посмотрим, как ты будешь заниматься. А, я знаю. А, я знаю, да. Здесь сзади занятие на упаковке нарисовано. Тогда буду делать. Да, 200 на 15 сантиметров, до 10 килограмм. Высокий уровень нагрузки. Не знаю, что это значит, но я знаю, что они различаются. Потому что Фаберлик у нас тоже есть три вида таких лент. Вот, она вот такая сиреневая, в пакетике. Будешь заниматься каждый день, да? Да. И вот как она выглядит. Надо будет бисер делать. Вот ее концы. И вот такой вот она длинный. Попробуй. И растягивается. На, попробуй, позанимайся. На, вот упражнение, пожалуйста, путь. Я впервые лично увидела, мне кажется, это новинка от Сайдо. Вот такие вот тканевые маски, девчонки. Они там совершенно разные, видов 5 точно я нашла. 99 рублей стоит такая коробочка, похожая на арахисовую пасту, да? Я взяла увлажняющий. Здесь 4 тканевых маски за 99 рублей, мне кажется, это очень хорошо. Я взяла именно увлажняющий. Там были абсолютно разные виды. Оставляем, аккуратно снимаем, остатки не смываем. Недельный курс. Понедельник, среда, четверг, пятница. Через день делайте. Давайте посмотрим, как они выглядят. В каком-нибудь влоге с вами обязательно их протестируем. Цена бюджетная. У Сайдо бывают, кстати, крайне удачные. Смотрите, тут вот так вот заслюдировано. Крайне удачно. И просто вот 4 масочки сложены одна на одну. Течет сыворотка. Запах очень приятный, освежающий. Действительно, отдушка авокадо есть. Это с авокадо у нас увлажняющая. Такой приятный огуречный лосьончик, авокадо, что-то такое приятное очень одушечек. Вот они 4 масочки, одна на одну, вот так вот в коробочке сложены. Будем одну с вами доставать, одевать и закрывать, и потом делать другую. Ну, прикольно, за такую цену, девчонки, очень даже прикольно от Сайдо. У них либо совсем никакие продукты, либо прям вот что-то очень классное. Муж взял себе стельки, одну пару, вот такие вот тепленькие, меховые, уже не первый раз берет, они там с обратной стороны вырезаются под размер ноги. Так, взяла батарейки Energizer. Прикольные батарейки, кстати, довольно долго держатся. Здесь у нас 4 штуки. На кассе висели, если честно, не помню цену. За 99 рублей взяла себе контейнер для ватных дисков. Мне кажется, это новинка, потому что он такой блестящий, весь переливается. Другие контейнеры, которые прошлые, они, кстати, все были не заслюдированы. Эти заслюдированы новые. Они без блесток, да, и, по-моему, также стоят тоже 99 рублей. Эти с блестками. Я взяла серебристыми блестками. Был еще вариант с золотистыми. Сейчас мы с вами вскроем и посмотрим. Потому что это очень удобно вот так в ванну поставить. И класс. Вот такой вот блестящий, он весь переливается. Блестки внутри, они не налеплены нигде, ни снаружи, ни внутри, ну, не внутри, они внутри стекла. Стекло такое само по себе блестючее. И крышечка вот такая вот тоже. Я специально принесла ватные диски, хотя забыла купить. А у меня их уже осталось совсем немножко. Посмотреть, как это будет смотреться вообще в целом и в общем. Сейчас достану их из пакетика. Сложим с вами аккуратненько. И посмотрим. Чтобы все стояло красиво. Еще и блестючая такая. Сверху их вот так закладываем, да? И все, вот они у нас, ватные диски. Удобно взял один. Красота уже нигде не потеряется. То у меня то ребенок куда-нибудь тащит, то еще что-то. А теперь они все стоят. Будут вот так стоять. И красота. Так, дальше. Что у нас? Котен, подай их руку свою для ванной. Клей. В школу взяли. Каникулы кончаются. Все, начинает уже мандраж школу трепать. Да. Клей не первый раз вот такой берем в фикс-прайсе. По-моему, 27 рублей он стоит. То же самое, в принципе, что Эрик Краузер. Ничуть не хуже. Вот такой вот клей. Здесь его достаточно много. На труды в школу взяли. Так,
И самое интересное, это вот такая вот штука для купания. Нам, да, нам понравилось. Веселая игрушка 3+, купайтесь с веселыми пузырьками. Вот как выглядит она на коробке. Сзади инструкция. Мы сегодня все это дело тоже прикрепим и попробуем. Здесь у нас нужно прикрепить игрушку к плитке и налить гель для душа. Хорошо, что не нужно специально там пузыри покупать или еще что-то. Специальный отсек. Сейчас распакуем, посмотрим. Смешать гель для душа с водой в пропорции 3:7. 3 части геля для душа, 7 частей воды, я так понимаю, да? Важно, количество жидкости не должно превышать данный уровень. Данный уровень, вот он тут красной чертой отмечен. Нажмите на кнопку, наслаждайтесь воздушной пеной. Мне кажется, это будет очень весело и здорово для купания. Да, ты сидишь в ванной, я сама бы так покупалась, надо попробовать. Котен, ножницы не дашь? Хотя уже не надо, все, оторвала скотч. Так, вот как выглядит эта штука. Слушай, тут батарейки еще вставляются. Вот не зря батарейки купила-то. Я думала в саму... Подожди. Я думала в саму ванну прилепить, а теперь нет. Смотрите, здесь отсек для батареек, и его мочить-то, конечно, не рекомендуется. Поэтому, да, надо будет куда-то повыше на плитку прилепить. Заливать мы будем... Тут никак это не открывается. Заливать вот в этот отсек мы будем воду с гелем для душа, да, где-то вот так. А вот это вот глаза, это у нас... А, один глаз, это кнопочка. Да, один глаз, это кнопочка. Какой-то весь покоцанный. Да, вот написано вкл-выкл. Царапины какие-то. А вот присоски, на которые мы будем лепить. Я не понимаю, тут звук еще, что ли, будет? Динамик какой-то. Думаешь, звук? Да. Давай, мы, короче, сейчас ставим батарейки, хотя бы вам так покажем, а потом я сделаю вам вставочку, как это все будет выглядеть, и действительно ли будут у нас получаться мыльные пузыри. Ставили батареечки, и когда нажимаешь на кнопку, он начинает гудеть. Это пузыри так дуются. Слышите? Наверное, отсюда прям будут пеной лезть пузыри, я так подозреваю. И вот выключаем на глазик. Ну, прикольно, все равно прикольно. В общем, вечером посмотрим. Так, девчонки, сейчас будем мы с вами тестировать вот эту вот штуку. Мы ее прикрепили на присосках, пока держится. Сюда налили 3 части геля для душа, да, и 7 частей сейчас нам нужно воды. До 100 мл получается. Я 30 мл налила геля для душа. Так. Не переборщить бы. Так, еще чуть-чуть. Вот, все. Сейчас мы это дело все перемешаем. Будем заливать туда. Я пока в маске сойду. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Так, размешали. Теперь мы должны тихонечко это как-то все туда залить. Блин, я не представляю. Ладно, пока столько чуть-чуть осталось. Так, ну-ка пробуем. Я надеюсь, она сейчас не отвалится. Пена полезла. Ух! Смотрите, какая красивая, как ее много. Полезла пена. Сейчас она потихоньку будет сваливаться в ванну. А ты выбирай пока, какую бомбочку будешь бросать. Колу. Колу? Давай, да. Открывай. Вот, да, она потихоньку... Сегодня я буду вообще купаться. Вот так ползет вся эта пена. Ванна. Вот такая она выглядит. Слушай, ну это прикольно. Вот ну-ка. Так она выглядит. А пахнет. Ой, как колы сильно пахнет, да? Да. Ой, пошла, смотрите. Прям кола-кола, вообще здорово. Запускаем. Запускаем? Растворяется. А вот как пена наша пошла. Да, пена пошла, она идет непрерывно, наверное, пока не кончится раствор. И она вот потихонечку спускается. А бомбочка пушится. Ну да, бомбочка как бомбочка. Вкусно очень, кстати, пахнет колой. Твоя ванна будет пахнуть колой. Слушай, прикольная штука, да? Ой, ну это большое. Они сейчас... прям их много-много становятся. Во сколько. Я сегодня вообще буду вся эмальных пузырях. Ну а мозг отсоедой, девчонки, какой-то несуразный лекал. Я здесь даже отрезала. До конца он не доходит, видите. Как-то вот, чтобы более-менее разровнять на лице, нужно очень потрудиться. Вот немножко не доходит. С двух сторон здесь разрезала, а то совсем вот нос был прям натянут. А вверху вроде как и лишний, на волосы залезает. Поэтому вот так. Ну пока никаких неприятных ощущений, пропитано хорошо. Посмотрим, как будет дальше. Ну и вроде все вам показала. На этом все наши покупочки. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.